Итак, всем привет, с вами Маша, и сегодня сейчас мы будем... Это 9-й кукинг, и сейчас мы будем готовить рыбный тапу. Начнем. Для этого нам понадобится миска. Помидор. Тут я комментировать не буду, я уже устала. И лимонный сок нам понадобится. Теперь мы берем ложку. Деревянная нам нужна ложка. И оливковое масло. Я согласен, чем вы выбираете? Перца чили, порошок перец чили. Берем соль и перец. Берем ломтики помидора и насыпаем их в миску. Теперь берем манго и насыпаем его тоже туда. Теперь мы берем ломтики крымского лука и тоже его туда насыпаем. Теперь мы берем порошок перца чили и насыпаем его туда. Теперь мы берем оливковое масло. Теперь мы берем... Это, я не знаю, что это. Теперь мы берем соль. Пипер. Ой, перец. Кошмар, он очень страшный. С пилом. Теперь берем деревянную ложку и все это размешиваем. Ой, теперь открываем холодильник и кладем это туда. Дальше. Берем теперь вот это вот крем, соевый крем, я не понимаю, цилантро, петрушка, цилантро это петрушка. Теперь мы берем тако, хлебушек для тако и деревянную ложку. Теперь мы берем этот крем, насыпаем его сюда. Ставим это сюда. Хлебушек для тако берем. И насыпаем петрушку. Берем деревянную ложку и все это размешиваем. Хорошо. Целости и сохранности возвращайте. Без никаких потраченных деталей. Так, теперь мы берем капусту. То есть не капусту, мы берем что? Что мы берем? Берем это и ставим в холодильник. Следующий уровень. Теперь мы... лаймовый сок и лимонный сок.
и деревянную ложку. Деревянная ложка. Теперь мы берем лимонный сок и поливаем это мясо. Теперь мы берем еще. Теперь мы берем лавровый сок и им тоже поливаем. Теперь мы опять это тоже берем и поливаем. Теперь мы берем деревянную ложку и все это размешиваем. Теперь берем холодильник. Это и ставим сюда. Теперь мы берем сковородку. Мама, а это что это было? Доску для резки. И деревянную ложку. И нож. Подсолнечное масло. И что там у нас? Кусочки тилапии какой-то. Теперь мы берем, включаем плиту, включаем газ, ставим сковородку на газ, включаем на высокий уровень, берем подсолнечное масло и поливаем всю сковородку этим маслом. Так. Теперь мы берем и кусочки тилапии кладем на сковородку. Теперь берем эти кусочки тилапии и жарим. Теперь берем это, ой, деревянную ложку и все это немножечко переворачиваем. Кусочки тилапии мы переворачиваем. Теперь мы берем... Опять переворачиваем. Теперь мы выключаем плиту. Берем деревянную ложку и все это кладем на салфетку вместе с тарелкой. Теперь мы берем это, кладем на доску для резки и режем ножом. На кусочки. И кладем эти кусочки на отдельную тарелку. Я так понимаю, это котлеты такие. Хотя это не котлеты, это кусочки какого-то животного или рыбы, я не понимаю, что это такое. Ну, если это филе, значит, это какое-то животное там. Это куриное филе, теперь я поняла. Берем куриное филе и кладем туда. Следующий уровень. Теперь нам понадобится... сервировочная тарелка. Тарелка. Петрушка. Капуста. Тортилья. Блинчики тортилья. Белый соус. Манго сальса. И что это такое? Еще нам понадобится деревянная ложка. Да берись ты уже, ложка моя.
Ложка! А, все, она взялась, наконец-то. Слава богу. Все, садись. Теперь берем блинчики тортилья. Берем эти, ну, блинчик тортилья, берись. Кладем его на тарелку. Берем куриное филе и складываем сверху на блинчик тортилья. Теперь берем белый соус. Набираем его в ложку и поливаем сверху. Вкусная тако. Надо будет самой приготовить, попробовать. Кстати, вы можете тоже попробовать. Посмотреть ингредиенты здесь. Ну, извините, что я некоторых ингредиентов не комментировала, но извините меня, пожалуйста. Можете, если некоторые ингредиенты вам непонятны, найдите в интернете. Я как бы не очень разбираюсь в продуктах, но вообще во всех на 100%, но не во всех. Я все знаю, кроме некоторых таких мне, таких редких. Кладем на сервировочную тарелку. Теперь берем еще один блинчик тортилья и повторяем то действие, которое было в прошлый раз. Поливаем. Берем это, размешиваем, поливаем сюда. Теперь берем петрушку, посыпаем сверху и вот это вот все размазываем по всей тортилье. Даже по тарелке. Вы что, издеваетесь надо мной или что? Вы издеваетесь надо мной или что? Да боже мой. О, наконец-то. Только вторую таку сделала, боже. Ладно. А теперь я делаю третий этап. Я полетел снова! Эта женщина стреляет копьем в него! Достало меня это уже. Ладно, буду проводить медленно. О. Ух ты, я уже выучила все действия наизусть, я не могу. Я не смотрю теперь. Я честно не смотрю, поверьте. Это не значит, что если я за кадром, меня невозможно видеть. Хотя да, правда. Но я всегда в конце показываюсь. Чтобы вы знали, кто я. А вдруг это другая Маша Башкова? О, это другая Маша. Ладно. О боже, она кончила снимать свое видео. Ладно, берем вот этот такой вот соус зеленый, непонятный. И кусочки лайма. Берем этот соус, ставим рядом с таку и берем два кусочка лайма, тоже кладем. Вот наши рыбные таку готовы. Всем пока. С вами была Маша. Ждите новых кукингов. Ждите 10-й кукинг. Всем пока.